Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 18 октября 2018 года, и сегодня я хотел бы акцентировать свое внимание вот на какой проблеме. С этой проблемой сталкивается большинство полтавчан. Мы это видим. Это провода, которые прокладывают для того, чтобы мы имели с вами возможность пользоваться интернетом. Есть ряд организаций, в частности их, по-моему, три в Полтаве, которые нам предоставляют эту услугу. За эту услугу мы платим не просто своевременно, мы делаем предоплату. Но в ответ мы получаем интернет, но провода, которые проложены для подводки интернета по подъездам и по квартирам, довольно часто, если не сказать всегда, проложены отвратительнейшим образом. То есть, несмотря на то, что в услугу пользования интернета заложена, наверняка заложена прокладка проводов, качественная прокладка проводов, мы часто видим вот такие вот вещи. Расстраивает то, что эти провода не просто висят, и довольно часто они мешают другим службам качественно предоставлять свои услуги. В частности, я отлично знаю, что мастера по ремонту лифтов и обслуживанию лифтов довольно часто не могут спокойно и свободно проникнуть в помещение, проникнуть, да, это слово так, помещения, где они обслуживают оборудование. Лифт довольно дорогое устройство, и оно требует постоянного ухода. Мы довольно часто сталкиваемся с тем, что лифты стоят, и поэтому надо, чтобы специалисты свободно туда могли пройти. Я неоднократно видел, как не просто эти провода мешают посещению обслуживаемого объекта, а бывает такое, что мастера по ремонту лифтов с риском для жизни даже туда попадают. Я отлично знаю, что прокладка проводов, для прокладки проводов есть специальные стандарты. Но эти стандарты почему-то, к сожалению, не соблюдаются организациями, предоставляющими нам интернет. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Я все-таки надеюсь, что эти организации возьмут себя в руки и, наконец, начнут обслуживать в полном объеме кабеля. И нам предоставят услугу в полном объеме, ведь прокладка кабелей все-таки на их совести. Всем хорошего настроения!